Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, посмотрим бой на польском тяжелом танке 60 ТП Левандовского. Крайне интересный танк, на самом деле. Хорошо нагибает, как на ру-сервере, так и на европейском сервере. В принципе, разницы нет, нагибайте где хотите, так скажем, на этом замечательном танке. Итак, начнем с новостей мира танков. 12 ноября в 20:00, то есть сегодня, стартует событие «Конструкторское бюро», которое продлится до 17 ноября 23:59, если, конечно, танки не закончатся к тому времени. Тут стоит отметить, что первые 30 тысяч танков будут содержать в себе уникальный 3D-стиль с номером, который называется «Койот». Поэтому, если вы хотите именно получить танк с 3D-стилем, то вам придется как можно быстрее в 20 часов купить этот танк одним из первых. Тогда в таком случае вы получите 3D-стиль к нему. Остальные танки уже идут без 3D-стиля, всего 75 тысяч танков. Итак, разработчики поведали нам, что в большом обновлении, которое состоится в январе, где-то в конце января, вернут общий чат. Очень спорное решение, на самом деле, хотя многие, наверное, будут рады этому и сочтут это как за, ну, хорошую новость, но вот лично, на мой взгляд, особенно учитывая текущие реалии, что вообще, ну, творится, как в реальности, так и в игре, соответственно, это может вызвать много всякого негатива. Но разработчики решили пойти на этот шаг, так что давайте посмотрим, чем это обернется. Может быть, все не так плохо и будет, и все будут желать друг другу хорошего боя и крепкого здоровья. Итак, друзья, соответственно, вы можете выиграть бесплатное золото. Для этого напишите комментарий под видео, укажите свой игровой ник. Тем самым вы будете участвовать в розыгрыше золота. Не забывайте, что принимаются ники только с мира танков. Итак, друзья, давайте поиграем на сайте vodkit.com. Попробуем выиграть какие-нибудь интересные призы. Благо, сейчас на сайте идет Черная пятница. И на все категории идет скидка 50%. Поэтому поспешите воспользоваться, если хотите поиграть. Соответственно, конечно, ну, тут рандомно призы падают, но зато честно рандомно. То есть может выпасть как премтанк, может выпасть как и 50 золота. Ну вот сейчас 50 золота выпало. Но посмотрим, что дальше будет падать. Посмотрим, какие призы еще будут меня ждать. Так, Chrysler Cav падает, замечательно, забираем его. Прям танк уже мой. И можно еще сделать одну-две попытки, дабы испытать свою удачу. Если кому интересно, ссылка на сайт находится в описании. Там же промокод, который дает бонус при пополнении. Итак, больше особо ничего ценного я не выиграл, но прям танка мне достаточно. И переходим опять к новостям. Итак, друзья, на сайте вы можете активировать специальный ЛБЗ. Для этого вам нужно зайти на свой аккаунт на сайте и кликнуть на специальную новость. Называется она «Приятные хлопоты». Там вы можете активировать разные ЛБЗ и получать за это награды в игре, выполнив эти ЛБЗ, конечно, просто так ничего не дадут. Ну и, конечно, если вы просто пропустите эту новость, то в игре эти ЛБЗ не появятся. Вот как разработчики, в принципе, повышают онлайн на сайте, то есть что всякие ЛБЗ, они доступны только исключительно перейдя на сайт, активировав их. Ну и плюс еще календарь не забываем. Итак, разработчики также рассказали немножечко, совсем чуть-чуть, про наш Новый год, который стартует 11 декабря. В принципе, танкисты любят Новый год, я люблю Новый год, как сам праздник, так и в игре. До сих пор, несмотря на то, что в игре происходило много всего хренового, соответственно, до сих пор Новый год хорошо празднуется в танках. По крайней мере, прям совсем провального Нового года я еще не видел, ну, честно говоря. Ну, на мой взгляд. Интересно то, что Дедом Морозом сделали Макс фон Кригера. Замаскировали его, конечно, под Дед Мороза, но, в принципе, тут все понятно.
И другой информации особо нету на сайте, может, появится в будущем. Какие там еще, естественно, события. Тут понятно, что будут новогодние большие коробки, которые будут содержать в себе разнообразные прем-танки. Естественно, на данный момент неизвестны танки. Вот если на Европе уже все танки известны, которые будут в коробках, то в мире танков можно только догадываться. Но есть, конечно, те танки, которые наиболее вероятно попадут в новогодние коробки. Если хотите, я в следующем видео их расскажу вам. Но в этом видео немножечко другая тема. И в целом, что можно сказать? Ну, так как информации кот наплакал, давайте перейдем к следующей новости. А это заслуженная награда для World of Tanks. Это для европейского сервера. Но не стоит, соответственно, обижаться, если вы на ру-сервере, потому что в мире танков тоже, конечно, будет награда заслуженная для всех ветеранов игры. Кто зарегистрировался давно, им особенно щедро накидает разных призов. Ну, а, соответственно, на европейском сервере чуть больше информации. 4 декабря стартует награждение, и продлится оно до декабря 2025 года. Конечно, играет в первую очередь роль дата вашей регистрации, то есть именно, ну, регистрации в игре, естественно. То есть чем старше ваш аккаунт, тем больше вам дают жетонов, и тем больше вы сможете призов себе позволить. А главной наградой в заслуженной будет танк ЛТ 5 уровня под названием ГБДРС Destroyer. Соответственно, я об этом танке уже говорил. Это танк 5 уровня ЛТшечка с тремя снарядами в барабане. Впрочем, 5 уровни и ниже, тем более, у нас уже давным-давно, к сожалению, к большому сожалению, мертвы. Но, тем не менее, может быть, кто-то обрадуется и такому подарку. Там хоть какой танк не делай, ну, чисто мое мнение. То есть, какой смысл уже дарить 5 уровни, если особо, ну, неинтересно играть на 5 уровнях. То есть, ну, еще бывают иногда там интересные бои, но чаще всего это просто бои с ботами или бои, где мало игроков. А очень жаль, потому что еще там, ну, года 3 назад или 4 назад еще были более-менее живые бои на 5 уровнях. Ну а теперь вот имеем то, что имеем. А когда-то, лет 10 назад, 5 и даже ниже уровни просто сияли жизнью и показывали замечательный геймплей. То есть очень самобытный и интересный на низких уровнях был. Но сейчас мы этого не имеем. Итак, на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментировать видео. И желаю всего хорошего, удачи!